Данила, буквально не выдавали. Роман, ты не открыл эти. Можно я подровняю, он не может. Да все. Держи, мама, держи. Не отпускай. Осолодка. Осолодку. Куда вы с этим кустом? И куда? Ставлю здесь. Ну ты не нажал, не нажал. Не нажал, я снимал. Зачем мне врать два файла? Да не зачем, две привычки. Зачем, зачем? Я не врал. Ты не следующий на перебор. Ты не нажал, ты присмотрел мне. Я не умею. А просто, просто ногой вот, ну закройте, закройте. А вот сюда ногой нажать надо. Так, сильнее тут. А он закроет, придет. Закроет. Ну еще, все. Забудет. Сейчас курица. Так надо в какой-то пакет или что? Что вы так-то будете? Так. Все теряют. Тоже мне миллионеры. Вам с собой, так с собой? Ну возьмем чуть-чуть. А? Возьмем чуть-чуть до Москвы. А там, не знаю, пустят или нет. Вот это вот? Да? Ну ладно. А ты ему отдай все, а я тебе там дам. А это что, у него семена или что? Ну да, бобы. А вот это себе оставить? Ну можешь оставить одну. Отдай пусть это туда, себе... а там побои-то и все. Они все дома? Да. Так, вы сейчас куда? К Татьяне поедете? Я не знаю. Я сейчас скажу. Сергей сказал, что у него идемте. Место есть. Идемте. Сергей. Я тоже хочу к Загуляеву. Но это мы сейчас загуляем. Татьяне завези, это рядом. Разберешь? Нет, я... тебе не надо разбираться. Ты завези сначала к ней. Что ты как отчужден? Разберем. Ну ко мне поедем. Вести это далеко у нее там. Далеко. Мы же хотим с ними повидаться. Лиза с девчонками все, хочет езжайте. Повидаться. Ваше желание выполнено это будет. Это мы посмотрим. Я предлагаю лучшее, а вы избирайте то, что хотите. Татьяна живет рядом. И она не занята. Галя все время там то болеет, то что. Ребятишки. Поэтому... поможем. Тут обиход какой будет. Все с Богом. Давайте помолимся и садитесь. Там давайте, они к барабашам еще хотели зайти. Боже славы тебе. Ты прости нас и помилуй, и благослови отъезжающих в путь. Добрый ангел, хранитель, да сопутствует им. Мы благодарим тебя, что ты проложил их путь сюда. Благослови Константина и отца его. Тебе, Боже, слава, тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Простите ради Христа, чем обидели, может. И вы нас простите. Но я хотел как лучше. Мария, как шариком попросилась? Шарик, как увидите, ее вот там вместе с хвостом весь виряется. Как она себе. Я помню, как вы когда бежали, его вдвоем ловили. Это упало, вы ему на цепь наступили, все-таки поймали. Так, мы поехали. Приезжайте с Богом. С Богом. Будем ладно, помнить. Пам, обязательно, когда доедете, в Mail.ru везде напишите. И смотрите, еще недели две вы будете в роликах участвовать. И вот этот ролик как. Посмотрим. Ой, ваши какие наказаны, может быть. Нет. Чем-то недовольны были. Всем довольны. Чем-то не додали, вас обидели, оклеветали. Надо было нас больше воспитывать. Да. Особенно вот с детьми мы, очень трудно. Но больше я никак не мог. Потому что дети только уже ломать должны. Ей была дана свобода, она это видела. И сейчас поехали на машине. Сюда. Место. Машина слабое авто. Везде проедет. Да что вас прощать-то? Вы меня простите, родители. Да, все, спасибо за помощь. Вас тоже. Все, спасибо, Христос. Богу. Что, выключаю? Да, все.